Витебске продолжается возведение современной транспортной развязки с мостом в районе Полоцкого рынка. Сейчас работы ведутся возле железнодорожных путей, поэтому здесь со стороны улицы Космонавтов построен временный железнодорожный переезд для того, чтобы строители могли подогнать технику для установки трех промежуточных опор с балками в междупутье, переложить три стрелочных перевода и рельсы. Сюда в ближайшее время переедет буровая установка, при этом поезда продолжат ходить по расписанию. Планируется проводить работы таким образом, чтобы практически не прерывать движение грузовых и пассажирских составов. Когда работы на этом участке будут завершены, такой же временный переезд организуют уже со стороны улицы Мичурина. Работа кипит на разных участках. Около 100 специалистов трудятся вахтовым методом по 12 часов в день. Здесь задействованы работники двух подразделений УАО «Мостострой». МСУ номер 7 из Гродно и Витебского МСУ номер 5. Также для переустройства железной дороги привлекались СМП номер 169, механизированная колонна номер 43. Перекладкой инженерных сетей, водопровода и канализации занимается РУП Витебский ДСК. Уже закончены работы по перекладке электросетей, кабелей связи Белтелекома. Ведутся работы и под возведенными частями путепровода. Здесь будут располагаться автостоянки, дорожные развилки, здание станции скорой помощи, соседствующее с будущим путепроводом, остается. Снесена только перестройка, которая исторической ценности не представляла, что подтвердила представитель Министерства культуры Республики Беларусь. Специальная комиссия изучала результаты вскрытия постройки и документально это заверила. Более того, сейчас разрабатывается проектная документация, чтобы фасад здания восстановить в историческом стиле.